Карта дня на 19 января 2017 года. Колода Кроули, 22 больших аркана. Первый аркан. Карта мага показывает вам, что нужно учиться. Нужно получать новые знания, навыки и опыт. Маг говорит, что все придет со временем. Мечты ваши сбудутся, но нужны труд, усилия и самодисциплина, чтобы превратить свои планы в реальность. Эта карта показывает, что у вас есть скрытые таланты, которые позволят вам добиться желаемого. В этот день целенаправленные действия, контроль и практичность помогут вам удержать мир в руках. Вы сами выбираете приоритеты дня. Спросите себя, чего вы действительно желаете и что нужно предпринять, чтобы свершилось задуманное. Ключевые слова. Творчество, мастерство, энергия, контроль, самодисциплина, осуществление мечты, достижение цели, выбор, планы.